Да пиздец, выебали опять в больнице нахуй. В субботу теперь, блядь, на разборке меня, блядь, тянут, блядь, нахуй, с этой больницей, блядь. Что у меня давление 200, блядь, нахуй. Я ебу я, что у меня давление 200, блядь, нахуй. Погнали. Да там, блядь, нехуй мерить, там, блядь, тишина, блядь, нахуй. Да. Раз. Два. Три. А что не вытягиваем уже? Четыре. Расслабились. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Хорошо. Отлично. Раз, два, вытягиваем, три, четыре, пять, хорошо. Что, вес уже пол плюс три. Ну так, а, кто кушает, тот и поправляется. Блин, законов других нету. Такое чувство прекрасное просто. Знаете, вот когда ты ходишь пустой вообще. А сейчас а что ты ходишь пустой? Блин? Потому что не ем ничего. Ходил пустой. Блин. Ну я ж... Ну какой смысл? Я ж не тренируюсь. От еды я только буду жир набирать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Обратно будем с вами. Чтобы максимально сухим зайти уже на набор. На наборе все равно жир-то расти будет. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Блин, это майка котлетами воняет. Котлеты вчера жарили. Ничего сука, страшного. Майку забыл в кухне. Хожу, воняю, я даже сам чувствую. Котлеты это, блин, не самое худшее, чем может вонять. От бодибилдера пахнет котлетами. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Стартанули 93, сейчас 95,5, короче, 96. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Думаете, живот не рэпнет? Да чё он рэпнет, Саня? Нормально. Ну, я его так чувствую. Ну так ты бушуется, потому что ты же ничего не делал. Его что на те спайки, которые прилипли, надо ж... подорвались. Подорвались. Отклоняемся? Не-не-не, ровненько вот так. Раз, два, ну-ка вытягивай. Три. Вот, четыре, пять, хорошо. Как любая ранка, блядь. Ну, то есть, если неподвижно будешь, как палец, знаешь, все время поранился, все время забинтовали, ходил, потом начинаешь тянуть, оно, блядь, конечно, тянет, блядь, там. Потянуться должно все, блядь.
Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. У нас такого прям разговорного формата не будет, наверное, на тренировках. Некогда, блядь, у нас пиздец. Некогда. Я думал, просто я вопрос уже подготовил. Просто надо будет как-нибудь выделить время. Может, в субботу. Как-то может, в субботу, да. Снимем тогда. И ребята будут набрасывать, будем периодически. Потому что, ну, я думал, может, на тренировке, знаете. Я просто это хер, знаешь, с ребятами будет, блядь, практикую, это. Просто у нас так не получится. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Опять магниты. Ой, куда его прицепить? Че, ну, неправильно подцепил. Че, ну, отпадает, да? Ну да. Тогда пусть так будет, да? Блин, хотя, ну, может, на футболку? Может, на футболку. Вот так. О. Надеюсь, что не отвалится. Пуловер делаем. Раз. Два. Пускай выше. Три. Голову подними. Четыре. Пять. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Пока что ощущения такие, что хочется прям работать. Ну, отлично. То есть мышцы прям вот готовы-готовы. Ну, кроме живота. Живот все равно какая-то нагрузка, знаете. Ну, типа, давление все равно статическое. Всегда. Да, ну уже столько времени прошло, блядь, да, ну. Ну, я имею в виду, знаете, вот как после травмы, ты ложишься на жим, вроде как зажил, но все равно страшно как-то. Я понимаю. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, отлично. А вы, надо скамейка вам, блядь? Да? Знаете, знаете, но мы возьмем ту, нам похуй. Какую? Скамейку вам подойдет? Ну, все равно какая. Окей. Ну, что, все равно. Нам самое главное, это чтобы костюмчик сидел. Ну, ты хорошо. Костюмчик. Тянуть будем? Да. Были уже. Собака порезался. Раз, спину прогни. Чуть ниже стень. Вот так, и пошел. Раз, да. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Раз, два, спину прогни, три, четыре, пять, хорошо. Проблема со спиной, то что начинаю прогибаться и тянет тоже живот. То есть я... Thank you.
этого не попал уже. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Вы когда тренировались, вы всегда без тренера работали? Ну, у меня вот сам, мне в паре неудобно было, блин. То есть тренера у нас ни у кого тогда не было. Не было, чтобы кто-то за тобой стоял. Там какие-то между собой секреты там какие-то делились, блядь. Ну. А так что, а вдвоем мне было долго слишком, ну, когда в паре было. Что ребята спрашивают, типа, зачем, типа, тренерам, тренера. Так у всех на Олимпии тоже есть тренера. Ну, вопрос в том, что себя не всегда объективно оцениваешь, и поэтому где-то, ну, видно, блядь, в принципе, блядь. И что-то делаешь неправильно, что-то это, ну... Вот я... Для себя плюсы основные вижу то, что я на тренировке один, я халтурю, ну, типа не дорабатываю, жалею себя. А тренер, он как бы не дает сбавлять обороты. Ну, для меня это прямо вот основной плюс. Потому что я действительно выкладываюсь. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Закончили. Этот баланс белого, да? Выходили, вроде было пасмурно. Так, вроде я там проезжал, вроде и снег был там, и все, что хочешь, пока ты уже. С утра снег, вечером. Не, заверс, Саня. Да. Раз, чуть-чуть туда, грудную клетку, да. Раз, два, три. Четыре, пять, хорошо. Нога трясется. С непривычки. Я представляю, как я сейчас на тренировке ног буду трястись, как собака. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Буду держать в курсе, но прям вот чувствую тут натяжение. Надеюсь, оно зарастет все-таки. Сань, я же тебе говорю, там дело больше в спайках. Там не столько там, послепалось, а ты не растягивался, оно послепалось этой, к
целлофану, не к целлофану, этой сетке к этой, бля. И он по, из паечки понадрывается, ничего не будет чувствовать. А так, блядь, ты же не делал, бля. А времени столько прошло, оно уже поприкипало там уже все, понимаешь? Ну, бля, ну как бинт прикипает к ране, так самое там то же самое, понимаешь? Потому что мышца тянется, бля, а это не тянется. Поэтому ощущение такое, что что-то сдерживает такое. Вы бля. После грыжи через сколько тренироваться начали? Через неделю, сами, бля. Ну... Через три дня я работал, бля, через неделю начал, ну, не приседал, тягу не делал, месяц где-то, бля. У нас немножко другая была грыжа. У меня пупочная была, да. У меня ж чуть другая. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Снимать лямки трицепс, да? Да. На 8. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7. Жми. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, не бей вверху, 6, 7, жмем, раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, хорошо. Опять сиськи уже полопались. Раз, два, три, не меняй скорость вверху, 4, 5, 6, 7, жмем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Хорошо. Больше. Два. Вот сюда зайди. Два. Не бей. Три. Мягенько. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Хорошо. Сейчас пока все стабилизаторы вот эти сдают.
вверх тащит, как бы, а талия... Ну, раз, на меня. Два. Три. Четыре. Не бей вверху. Пять. Шесть. Семь. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо. Выпил сегодня рибоксин, мел, гранат, как по старой памяти. Кисти не ломай. Раз. Ровней стань. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Хорошо. Техника немного может страдать, потому что я... Боюсь упираться. Я боюсь, знаете, вот как ровно говорить. А это уже большая нагрузка. Как бы, знаете, я переношу ее сюда. А когда немножко сгибаюсь, я немножко как бы. Сань, если бы у тебя, если бы ты сгибался, если бы у тебя там была рана, ну, не зажило, то оно болело больше. Просто когда ты здесь, оно растянуто и тебя тянет. Да. А когда ты сжимаешь, сетка не мешает тебе и тебе комфортно. Но там не означает, что там какая-то проблема, понимаешь? У меня вот эти все, знаете, когда тоже лежу. Я понимаю. Только растягиваю, сразу натяжение. Да, непривычно. Сетку еще чувствую. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Хорошо. Один подход. Подожди, сейчас. А? Мы отжали у вас тренажер? Не, я его поджал машину. Да. Да. Сейчас, если... Я думал, нам уже отъехать предлагают. Прям... Я тоже не врубился. Прям на тренировке, думаю. Куда отъехать, блин, думаю, да. Потом вспомнил, что машину поставил там. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Хорошо, отлично. Так, пока Сергей Викторович отъезжает, мы отдыхаем. Или он устал? Не, он... Саня! Я думал, вы уже поехали. Не-не-не. Тут ты, блин. Сюда узким хватом я машину отгоню. Добро, сука. Думал отдохнуть чуть-чуть, да? Нет. Да.
уже даже потеть начал. Еще не лето даже. Надо, наверное, полотенце уже брать. Что ты делаешь? Я тебя просил отжиматься, а не жать. Я не понял вас. Да, я же тебе показал, что там раком стоял туда. Я думал, узким типа. Я жать. Понял. Ну ничего, я уже два подхода сделал. А. Вниз, как? Да, поуже берись. Жопу к низу чуть-чуть. Да. Типа руки по себе, да. Вот, вот сюда, да. Вот так. Раз. Только выдавливай. Два. Не мотыляй. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять еще. А ну ладно. Давай. Хорош сюда. Начал падать. Я уже два сделал подхода. Пожал. Раз. Не мотыляй, выдавливай. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Какой прогноз? Как быстро верну форму? Месяц, блин. Ну, у нас такой рабочий вес был 105. Такой в качестве, в принципе. Ну, вопрос не в килограммах, Саня. В внешнем виде, в объемах, блядь, но не в килограммах. Ну, тем более, ты был на ГЗТ, блядь. Тебе запускать не надо 4 недели это все. Что, дозировку повысили, а? Углеводами наполнится и пиздец. И все, да, в принципе. Особо, блядь. Раз. Два, три, четыре, пять. Хорошо. Хорош на сегодня. Все. Все. Что тогда эти вопросики на субботу перенесем? Да, уже тогда, блин, у тебя после тебя там никого нету просто. Ну, да, и все. Только, наверное, может, сместим мне в субботу на полчаса где-то, может быть, на пол. На пол первого. Давайте, может, да. Потому что мне там зайти к врачу надо, блядь, нахуй. А сколько она меня там продержит, я не знаю. Ну, в принципе, знаешь, как они все, блядь. Барины, что, ну, то подождите, то еще что-то, поэтому такое. Все тогда. Да, то до я субботы. На связи. Все. Пошли снимем эти формы.